Тетя Маня, уборщица, которая никогда не смотрела спектакли, она убирала с утра до ночи. Чем больше она убирала, тем было грязней. И смотрю, как-то стоит, и наш спектакль весь смотрит, с Витей мы играли. Потом ко мне подходит, говорит: товарищ Карцев, замечание можно вам сделать? Я говорю: да. Вы знаете, вы неплохой артист, но вы так пересаливаете лицом, где вы услышите, в каком языке мира? В Одессе осенью на Соборной площади собиралась огромная толпа. Мужчины, женщины, дети, старики. Все спорили о футболе, кто завтра будет играть, кто играл вчера. Шум, гам, хохот, семечки. И я сейчас пришел на Соборку, народу мало, почти никого нет. И никто не говорит о футболе, все говорят о жизни, о политике. Подожди, пацан, какой ты мне футбол? Что ты мне футбол? Подожди, пацан, что ты лезешь со своим футболом? Что ты мне футбол? Сейчас, вот я тебе сейчас скажу, пацан, слушай меня, и меня сейчас все слушайте, что я вам скажу. Сейчас многие уезжают, то на Запад уезжают, то на Восток уезжают. Я остаюсь здесь, я никуда не уезжаю, остаюсь здесь, потому что у нас будет лучше. Я тебе говорю, пацан, что у нас будет лучше. У нас станет лучше, будет быть обязательно. Станет, будет быть лучше, я тебе говорю, пацан. У нас сейчас хуже, чем где угодно, но станет, будет быть обязательно у нас лучше. Всем будет хуже, а нам будет лучше, станет лучше. Я тебе говорю, болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народу, с трудом населяющих нашу страну. А так нет, так у нас будет лучше. У нас будет лучше. У нас только у нас, нет, ну у нас будет, хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного потребления. Слово «будет» уже черное, уже сколько, 80 лет, а все «будет», оно и почернело, это слово. Но оно еще там долго сгодится в работе. Ему придать новый смысл, оно приобретет прежний блеск. Слово «будет». А так нет, у нас будет лучше. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, которые тоже уже никому не нужны. От нашего человека же сейчас не остается предметом жизнедеятельности, только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы с вами или нет, до сих пор никому не известно, как мы все-таки дотянули до этого последнего часа. Вот, а так нет, так у нас будет лучше. Нет, у нас будет лучше, только опять не сегодня, только опять завтра. Только завтра опять. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув к чертовой матери настоящее, мы будем жить и работать опять на энтузиазме, опять без зарплаты. Ну тут уж шоу. А так у нас будет лучше. Будет лучше. Связать деньги населения, а потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом наоборот. И рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений. Давай 12 числа, 8 утра на рынок. Все. Ничего, что никто не понимает ничего. Беги на рынок, торгуй сейчас все. Простой человек думает, какой рынок, куда бежать, что продавать, где покупать, где можно, где нельзя. Акции, налоги, инвестиции, секретизации. Никто ничего не понимает. Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю, подавляющее меньшинстве, что у нас будет лучше. Потому что, а что же мы же, тогда же что же, мы же кто же, тогда же что же. Что же мы же, тогда же кто же, мы же что же, тогда же кто же. Мы же, а что же, а мы же. Сейчас окончательно разваливается. Питьевая, сырьевая, табачная, военная промышленность. Все это развалится, остальные перейдут к рынку сами собой. И все. Отвар на настой, а курки на объедки, корки на обмылки. Такой рынок, все. Не хочу занимать даже вашего драгоценного внимания, пацаны, вас всех на этого. А так нет, так у нас будет лучше, потому что шо же, когда же? Мы же шо же тогда же, кто же мы же? Мы же тогда же шо же? Шо же мы же, кто же тогда же шо же?
Впереди нас плетутся только Куба и Албания. А мы же когда же, что же делать? Ну, Албания, да мы же, что же? Вот так мы втроем придем к светлому будущему. Будем во всем светлом вот так сидеть. Потому что, что же, когда же делать? Так нет, так нет, так у нас будет лучше. Хуже же просто уже некуда же, поэтому будет. А как же? Поэтому лучше будет, а что же? Жизнь она как матрац, полосами. Ну, сейчас у нас сплошной матрац. А потом все равно у нас будет лучше. Будет хорошо, ничто не переубедит меня. Ни голод, ни холод, ни то, что попродавали все себя. Наша традиция национальная, все себя продать, потом купить на эти деньги у китайцев одежду. Это же у нас есть, это же у нас не отнимешь. Что? А если придется у китайцев отнимем, холодно, что же? Так нет, так будет лучше. Поэтому сейчас так питаться, питаться, питаться. Вот это он сказал, что учиться, учиться, а надо, оказывается, питаться, питаться. Это он сказал, там до сих пор лежит. Ну что же? Дело его живет, а тело же гниет, надо же похоронить. Ну, похоронить же ж надо. Ну, мы же тогда же кто же, мы же, что же тогда же, мы же тогда же, что же, кто же, мы же. А так нет, так у нас будет лучше, у нас будет лучше, потому что когда же, сколько же можно. Уже там всех почти поменяли, что нас менять, что ли. Будет у нас, ты думаешь, где же, когда же, что же. Погода опять нас подвела, ты понимаешь? Если весной была ж надежда на недород, так огромный урожай окончательно подорвал нашу экономику. А под каким девизом покупать зерно? Жирные вороны со всего мира, что слетелись, мы не видим урожай. Подайте голодным, у которых огромный урожай. У нас единственная проблема, как просить, имея все. Я думаю, пацан, что надо скрывать? Вот просить и скрывать. И жить все лучше и лучше, скрывая это. И прося все больше и больше. Да, вот, да, потому что, а сколько же можно? А так нет, так у нас будет лучше. Если мы доживем, мы же часто не доживали до этого. Вот, кажешь, второй тут, ну, тут уж шо, тут уж, уж тут уж шо, уж тут уж. На первый, второй раз считаюсь, а когда же, сколько же? А там уж одежек. Мы же тогда, что же, мы же, а что же мы, да? Пересаливаю лицом. Видимо,